Доброе утро! За окном минус 9. Это значит, что пришла зима, товарищи, да? Зима пришла. Холодно. Но несмотря на это, я сегодня без шапки. Вообще, когда я была, училась в школе, в университете, видела девчонок, которые носят даже зимой капроновые колготки, короткие юбки, без шапок, с укладкой. Я, короче говоря, не отношусь к этой категории лиц, потому что для меня главное, чтобы было удобно, для меня главное, чтобы было тепло, для здоровья безопасно. Даже помню, когда мы встречались с Максом, он всегда говорил: одевайся теплее, всегда меня ругал, если я выходила без перчаток. Говорят, что женская логика — это мощная штука, я согласна. Пару дней назад я отстригла хорошо отросшие ногти, на которые можно было сделать хороший маникюр с отличной длиной, которая мне нравится. Ну, я отстригла ногти и на следующий день записалась на маникюр. Так что я сегодня иду на маникюр. Ну все, ребята, я уже подъезжаю на работу. Я сегодня в платье, такая девочка-девочка. Поэтому все, кто едет на работу или уже работает, всем удачного рабочего дня. И пусть этот день будет сегодня на работе легким, познавательным и интересным. Маникюр на сегодня отменяется, к сожалению. Позвонила администратор из салона, сказала, что по ее вине, в общем, произошла накладка, и кто-то там в это время уже был записан. Очень много извинялась. И, в общем, я иду через 2 дня на маникюр. Ведем Данельку в детскую стоматологию. У нее там дырочка в зубе. Дочу. Мама, им задела. Дочу сохрани, держи, грамота. Вау, молодец. Данельке сделали зубик, чуть-чуть посверлили. Класс, Данеля, молодец. Аз нашими сюрем сам курсим. Аз не сам сюрем. Мы практически не плакала, ее похвалили. Аташ. Молодец. Все, белую пломбочку сделали. Данелька молодец, ее похвалил доктор, тетенька врач, сказала, что она не плакала, молодец. Дали ей грамоту, классно, что здесь грамоты выдают. Ну где были, в городской детской? Областная детская. В общем, быстренько ей просверлили, хорошо, что маленькая там дырочка, а так сказали, зубы хорошие. В общем, я показала, какой зубик, она сказала, что это маленькая дырочка. Чуть-чуть посверлили, секунд 15 посверлили, и все. Данелька потом терпела и практически не плакала. Молодец. Ей дали грамоту, а тем, кто плакал детям, им не дали грамоту. Там один мальчик плакал, ему грамоту не дали. Вот так ее держали. Где? А, ты нас фото? В общем, все. Хорошо, теперь можно будет со спокойной душой, без страха, что заболит у нее вдруг зубик, ехать отдохнуть. Иду к бабушке домой. За соромом они резали сором. Я тоже раньше жила в этом доме, в соседней квартире, рядом с Апашкой. Вот мне дали целый пакет мяса сором. Так что пойдем сейчас размораживать, замораживать. Мы тут ужинаем, поужинали и смотрим в прямом эфире по НДК сериал, который называется «Патруль». Если честно, я смотрю сейчас первую серию, это какой сезон? Это уже 5-й сезон, а я смотрю, потому что там снимается брат наш. Сейчас будем вместе с вами смотреть. Данелька в очередной вечер мучает своего папу и говорит, что он будет принц, а она принцесса. Я покажу вам диплом, который ей вручили. Мы ходили в детскую областную стоматологию. Я даже не знала, что там вручают диплом. Но мы прошли без талона. Получается, мы прошли платно. Там можно и платно полечить зубки, и с талоном. Талон только на следующую неделю, но на следующей неделе нас по планам не будет в городе. Поэтому мы решили пройти сразу же платно. В общем, диплом зубного защитника подтверждает, что Данеля прошла специальную подготовку и стала зубным защитником в команде супергероев. Клятва зубных защитников – чистить зубы и беречь их ежедневно, я клянусь. Победить налет и кариес усердно я стремлюсь. Суперсила ослепительной улыбки навсегда. Всем зубным защитникам ура, ура, ура.
Дата сегодняшняя, вот подпись «Доктор Заяц, доктор Улыбка». Это, оказывается, от Colgate. Молодцы, классно придумали. Я не знаю, если бы мы лечили зубки бесплатно в этой клинике, нам давали бы диплом или нет? Мне кажется, нет. Но Нелька была рада этому диплому. Ладно, пойду к принцу и принцессе. Кстати, посудомойкой мы пользуемся каждый вечер. Сегодня будем пробовать такие таблеточки от Фейри. 3 в 1, видимо, это. Это было в подарок вместе с посудомойкой пришло. Принц и принцесса пришли. А ваша? Вкусите. Танели, син, принцесса? Я. Короче, тут 3 таблеточки. Мама, не надо. Узимовать. Вот, 1, 2, 3 таблеточки. Их вскрывать не нужно. Просто закинуть. Получается, вот это все расплавится, да, само по себе? Макс? Не знаю даже. В общем, тут 3 штучки. Это все расплавится, да, само? Да. Точно? Давайте загружать. Папа-то забыла, да. Короче, Макс предложил Данилькину посуду тоже постирать. Очень грязно. Помыть. Я раньше мыла их, когда она была маленькой. Ну, пару раз точно мыла. Вот она в рот кладет вот эти. Ну, тут все отклеится, конечно. Папа, на меня сучок. Субулада, казарь, закроем и будет водичка. Иди. Что, эту таблетку или... Да, короче, эту таблетку мы сохраним для большего количества жирной посуды. А сегодня вот такой обычный закинем. Джуамас, дочь, нам дали саламас и джуамас. Обычно у меня больше посуды. Тут казанчик, кастрюлька, допустим, сковородка. И уже вот эта 60-го размера посудомойка полная. Хорошо, что мы взяли 60, а не 45, потому что 45... Там вообще ничего не влезло. Вот сегодня у меня первый день с того момента, как мы купили посудомойку, мало посуды. А так, хоть у нас и 3 человека, у нас всегда много посуды. В общем, сейчас буду вот это открывать. Еще посуда? Ее точно можно мыть? Добавляю сюда, закрываю. Ну и будем размещать Данилькину посудку. Это можно сюда поставить все. Так, не падать. Не вам тоже не падать. Сейчас эту фигню подниму. Очень удобно, что вот эти штуковины поднимаются и опускаются, потому что где мы смотрели посудомойки здесь в городе, вот эти штуковины в основном были такие приваленные. Всю посуду разместили, проверяем, чтобы эти лопасти крутились и им ничего не мешало. Таблетка на месте. Закрываем. Можно добавить этот. Можно ополаскиватель. Добавить. Да. Вот давай чуть-чуть. В основном нужно добавлять, чтобы не было... Давай. Когда стеклянная посуда, допустим, чтобы не было разводов. Ну, в принципе, и без ополаскивателя нет разводов. Теперь Макс покажет мастер-класс, как надо не разлить. А если разлил, надо быстро все вытереть. Молодец! Практически не разлил. Если разлить, то нужно сразу вытереть все. Не знаю, зачем вытирать, все равно же все будет мыться. Да. Но написано, что надо вытирать, если разлилось. Все, запускаем. Мы в основном пользуемся программой 4, которая моет ежедневная, да. Моет она где-то час и полчаса сушится. И 6 это быстрая, за полчаса которая. Сегодня посуда не жирная, поэтому будем мыть полчаса.
Ну все, моем. Это даже не получится, 27 минут. Угу. Данелька боится посудомойки. Данеля, корхпа. У нас тут приветы, вкусные приветы из Турции. Нам прислали, привезли из Турции вкусняшки. Как раз мы зуб Данели вылечили. И теперь конфеты будем давать. В сахарной пудре. Синдисен? Это раха с луком? Наверное. Ламит? Ну ты с орешком. Мама пьется. На брелке. Вкусно? Да. Иди руки мой. Куан джуба. Вся пудра рассыпалась. Ладно, нам можно по две. Мне не попался такой орешек. Орешков нет? Мне два с орешком. Пару. Если хочешь, кухню отнесу я. Там будет. Очень сладко, да? Одну можно. А ну, спать с чаем. Прошло 30 минут, и мы услышали звук. Значит, стирка уже, мойка уже прошла. Показывает он, что все завершено, пишет нам end. В общем, эта программа не рассчитана на сушку, не сушит она, поэтому мы откроем крышку и оставим так омываться. Кастрюлька чистенькая. Посмотрим Данелькину посуду. Вся чистенькая. Так, здесь остался пластилин. Но он уже оттаял. Все чистенько. Пусть теперь сушится.